есть работы, которые можно научиться делать, достигнув при этом высоких результатов. И есть профессии, которые заложены в нашем ДНК. Это случай и Дамьяно Лоренцон, фотограф из милого городка Рункаде на границе Венеции и Тревизо в Италии, известного своим замком, в котором живет и сейчас барон и его семья. Он родился в семье фотографов, которые уже 150 лет назад делали фотографии, начиная с дедушки Луиджи, и его фотоаппарат послужил потом родителям, которые всю жизнь посвятили этой профессии. Сейчас мы с вами в студии фотографа, и он нам расскажет историю своей семьи. Пожалуйста. Casa mia si fanno foto da quasi 150 anni. Я из семьи фотографов. Мой отец был безупречным маэстро, а моя мама очень артистичной. А я взял самое лучшее от них. Чем вы можете удивить русских клиентов? Я работаю без лимитов и очень люблю свадьбы. В этом году вот уже 500 свадеб, как я сделал. И мои альбомы для фотографий – это произведения искусства, и они пользуются большой популярностью у молодежи. Какие новинки у вас есть, пожалуйста? Мой дедушка делал одну фотографию на свадьбе, а мои родители 200, а я больше 2000. Я делаю альбом вручную вместе с молодоженами, а также видео для свадеб. Мы используем дрон, который сейчас в большой моде. У нас есть все разрешения на использование дронов. Да, расскажите, что было в вашей практике, какие свадьбы вы снимали? Я работаю как в самой Венеции, так и в области, и по всей Италии, а также в России. У вас уже был опыт работы с русскими туристами? Я работал с русскими клиентами при туре на виноделие, а также с молодоженами и с бизнесменами. С кем, какими людьми, випами вы работали? Я работал с персонами VIP в очень красивых местах. Приезжайте на свадьбу в Италию. Приезжайте в Италию, жениться.